Да как же так-то, а? Да, зря я впился в эту. Не надо было, надо было просто отлетать без всяких электростанций. На кого ты отвлекаешься? Так, у нас небольшой шанс для восстановления Ликса мы. Так, мы в трак едем. Ну там, конечно, минки, скорее всего, сейчас уже. Нас пост нисколько не интересует, потому что мы при новом Ликсе его заберем. Единственное, не знаю, как чекнуть минки в такой ситуации. Так, объедем за домик. Ну, вы заказали что ли ракетчиков, вот это да. Сейчас он домики везде займет, это, конечно, мне не на руку. Так, ну что, пробуем Ликс. Высаживаем по 100. Попробуем с двумя готлами что-то здесь решать. Ой, надо заказать, у меня не хватает АПМа. Так, высаживаем пост. Пропаганда уже есть, вот это да, вот это нежданчик. Ой-ой-ой, сейчас потеряем, блин. Вот это да. Да и что ты будешь делать? И там этот, блин, как его там, командный центр. Так, ладно, хоть Ликс у нас второй готов. На том спасибо. Там Лотос вышел, сейчас будет перезахватывать вышки. Ну, прокачался же ведь, а. Надо было два завода ставить, наверное. Зря пошел в пропаганду, наверное. One of our buildings is being captured. Supply dropship. On supply drop again. Keep the money flowing. Make it worth my time. Make it worth my time. Keep the cylinders oiled. Helix on the scene. What do you have in mind? Сейчас где-то будет шалить уже Лотос. Я не знаю, заказать что ли Ликс. Я, ну, блин, сомнения у меня здорово с этим делом. Там Редгварда захватили, вот откуда у него деньги, на. Да, блин, вышки это я отдал. Не хватило чуть сконтролить. Был момент, когда у меня, видимо, два котла был, один Ликс.
Блин, я не обратил внимания, что он совсем мертвый, надо было просто ракетчика высадить. Это было бы правильней. Ну, ты дозера моего забрал. Ой, а? Жутко. Black Lotus has been discovered. We have discovered an enemy Black Lotus. То, что мы за Котоса перехватили, то небольшое, что радует. Вон, голубчики едут. Хорошо. Congratulations, gentlemen. You have been promoted. Домик должен выстоять этот новинки. Так. Нужен план. Бежим, наверное, отвоевывать вышку. А, дозер второй отдал-то. Да. Это плохо. Забрал он такой четко, главное, дозера. И все, и снулся. Вот жук, а. Ладно, идет у нас в угол. Мы с удовольствием пойдем туда. О, Гата уехал. Отлично. Отстрем. А, нет. Потеряли мы. Ликсна, это плохо. Да, у меня есть повышения, сейчас скоро будут, но, к сожалению, нету, как он называется, этот дозера. Лицемок будет сейчас по количеству оверов, мы просто не можем переспамить. Так. О, Коджи гранат, что ли? Так это даже отлично. Ух ты, а тут Ликс-то. С ракетчиками. Вот оно чё. Тут Ликс будет с Гатлингом. Хоть с Лотоса специально. Да, вот его поймали. Так, и меня тут уже встречают. Да, все, мы тут никак не выиграем без дозера. Не знаю, повоевать, конечно, надо для приличия. Одного готова отставим, потому что здесь будет залет. Залетать будет Ликс. Здесь у нас будет генеральное сражение, мы его вряд ли выиграем. Но тем не менее.
Ядерная пушка. О, это то, что нам не хватало, парни. Ядерная пушка. Пушка-хлопушка. Здравствуй. Какое? Умри. Заказываем уже обезнеги просто готовы. Готов на своих парней бравых. Больших мужиков. Блин, мне саму пору строить. Жесть какая-то происходит. Неужели мы тут чуть подтащили? О-о-о! Ло-ло-ло! Говорит хи... Говорит... Жесть. Скоро сдается. Мы прям это... Телепатия на расстоянии. Мы тоже подумали, видите как... К чему... Смысловые матрицы галлюцинации приводят. Вот так вот. Да. Вот так вот Обнинск вторую партию отдал. В эпичном матче.